Дорогие коллеги, дорогие цесковцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Для меня Центральный спортивный клуб армии – это мой дом. Дом, в котором жил мой отец, который даже жил на территории Центрального спортивного клуба армии, который создал здесь выдающуюся команду, который создал здесь советский хоккей, который побеждал на всей планете, который на одной кнопке держал всю страну, потому что вся страна играла уже в канадский хоккей, которым руководил он, и принес стране нашей очень много медалей. Он был человеком очень ответственным, он был человеком, очень любящим свою страну и делающим в своем виде абсолютно максимум того, что он умел. Мне очень приятно сказать, что в ЦСКА есть прекрасный уголок его, что есть часть его жизни, что все книги, написанные им, сохраняются здесь, в Центральном спортивном клубе армии, в фойе. Если вы пройдете туда и увидите, вы увидите то, чем он пользовался каждый день, и то, с чем связана была его жизнь. Наша жизнь тренерская и моя жизнь тоже связана с педагогической работой. Мы тоже старались и воспитывали много олимпийских чемпионов, которые были украшением и знаменем Центрального спортивного клуба армии, и мы защищали честь нашей Родины. Я пожелаю новому поколению тренеров и спортсменов нести высоко с честью это прекрасное знамя Центрального спортивного клуба армии и в копилку сборной команды страны, чтобы всегда нам было что положить, всегда положить было цесковское золото. С праздником вас, товарищи! Люблю вас, люблю ЦСКА!